Сегодня министр экономического развития страны Максим Решетников в режиме видеоконференц-связи пообщался с руководителями субъектов, которые вошли в десятку наиболее отстающих по социально-экономическим показателям. Напомню, Чувашия в этом списке тоже есть. По решению правительства каждый регион разработал свою индивидуальную программу развития на ближайшую пятилетку, которую еще в начале года представил курирующему федеральному ведомству. Отмечу, что за тем, как Чувашия наращивает темпы развития и улучшает качество жизни населения, следит Минпромторг. На создание новых рабочих мест, поддержку бизнеса, трансформацию некоторых производственных площадок, привлечение инвестиций в этом году каждому отстающему субъекту выделили по 1 000 000 000 рублей. Как отметил Максим Решетников, на начало декабря предварительный процент освоения средств среди 10 регионов был равен 72%. Чувашия по этому показателю вышла в лидеры. У нас 100% освоение денег. Среди отстающих я назову по регионам, хотя цифры с утра изменились. Значит, Алтай 35%, Республика Алтай я имею в виду, Калмыкия 48%, Марий Эл 61%, Тыва 63%, Курганская область 69%, Алтайский край 75%, Адыгея 78%, Карелия 88%, Псковская область 99%, Чувашия 100%. Как отметили в правительстве Чувашии, такая высокая оценка работы со стороны кураторов реализации индивидуальной программы развития региона дает возможность претендовать на дополнительные федеральные вливания в следующем году. По крайней мере, в республике, по словам Олега Николаева, настроены эти деньги получить и направить их на оздоровление экономики.